На железнодорожный вокзал Сургута в субботу в 13 часов прибудет исторический эшелон «Поезд идет на восток». Ведет его раритетный паровоз, а в составе офицерский вагон, платформы с военной техникой, вагон-аптека операционная, где во время войны перевозили и прямо в пути оперировали раненых, а также теплушка. Ныне это товарный вагон. Но в 41-м в таких уезжали на фронт советские бойцы, а в 1945-м возвращались домой победителями. Историческая реконструкция позволит создать атмосферу победного мая, когда на вокзалах Советского Союза с улыбками, цветами и под звуки вальса встречали поезда победы. На перроне в Сургуте состоится праздничный концерт. Прозвучат мелодии военных лет в исполнении творческих коллективов города. Ретро-поезд будет стоять в Сургуте 3 часа.